началось вот это все. Она не только что образовалась. Расплескалась. Вот она налить набиралась. И каждый день, и через 5 минут здесь сидят машины. Вот один сидит, другой здесь объезжает, здесь садится. Того вытолкали, опять оттуда едет, там застревает. Ну зачем они туда лезут? Я говорю, ее что-нибудь перегородить ленточками или вот эту палку вытащить сюда воткнуть. Потому что никто ничего не делает. Дорога ни разу не чистилась. Вот она, вот эта вся каша сюда все собирается.